Друзья, всем привет! Приехали с родными покупаться на озеро. Выходной день, народу очень много. Находимся возле небольшого озера. И пришла в голову идея попробовать карася половить на кружки. Сделал снасти, а ближе к вечеру поставим кружки. Будем надеяться, что карасик у нас проклюнется. В прикормку сварил пшена килограмм. Добавлю вот такой вот прикормки со вкусом ванили. Лещ-карп. Немного добавим мелассы. Вот так вот. Все размешаем. Сделаем вот такую вот вкуснятину. Получилась вот такая вот отличная прикормка. Очень сладкий запах, прям ванилью очень отдает. Сейчас кружки поставим и возле каждого кружка закидаю, закормлю по пару шаров вот таких вот. И посмотрим результат. Погнали, друзья! Отдыхает, жара стоит, очень много народу. Все, первое зарядили, помчали дальше. Шары сейчас сделаю вот так вот и сразу же закормлю. Вот первый закинул, первый кружочек есть, его и закормим. Так обширненько. Рыбка подойдет и найдет нашу наживку. Насадим прям так, как мы любим. Прям побольше. Не жалея. Делаем вкуснятину рыбки. Червячок и кукурузку сверху. Вот такая вот красота будет. А снасть самая обычная. Сделал на основную леску стопорочек. Через 20 сантиметров сделал еще один стопорок и вертлюжок. Между стопорками грузик. После вертлюжка поводочек сантиметров 50. И наша наживка. Все, вперед, друзья. Закидываем. Все, готово. Второй запустили. Вокруг кружка прям обильно закормим. Все, готово. Вот так вот все сейчас заряжу. Ну что, уже солнышко село. Я сейчас буду доставлять свои кружки, закармливать. И с утра уже посмотрим с рассветом, что у нас попадется и вообще ли клюнет на нашу снасть. Ладно, друзья, завтра с утра посмотрим. У вас время, конечно, быстро пролетит. У меня еще впереди ночь. Оно и доброе утро. Солнышко встает.
над водоемом туман стоит. Друзья, всем доброе утро. Поспал я 4 часа. Прошелся сейчас вот по краю. У меня сработало, короче, 2 кружка. Сейчас с хорошими надеждами иду проверять эти кружки. Стало солнышко уже. И стоит над водой вот такой вот густой, очень густой туман. Ну что, друзья, не будем томить душу. Будем спускать уже лодку. И посмотрим, что же у нас там клюнуло, друзья. Пойдемте. Вот возле камышей здесь 3 штуки стоит, 4 не сработали. А вот чуть дальше есть 2 сработанных кружка. Все, идем, друзья, проверять. Надежды, конечно, на лучшее, как всегда. Посмотрим, что у нас там проклюнулось. Кружки не движутся, но вытянуло в сторону центра. Так, вот наш кружок без движения. Скорее всего, да, все отмотало. Вообще полностью все. И походу у нас тут пусто. Никто не дергает. А, нет, что-то есть. Кто-то сидит у нас тут. О, смотрите кто. Смотрите. А? Хорошенький, да? Смотрите, какой хороший. Вот он. Ага, не хочет. Не хочет к нам в лодку. Еще не устал. Еще не устал. Ну уже, ну уже. Надо было подсак взять, конечно. Вот он, друзья. Хороший, смотрите, какой. Вот этот, наверное, 600 грамм, друзья. Я сейчас, конечно, весы не взял с собой. Ну, хорошенький. Ух, смотрите. Попался вот такой вот. Ну, просто вообще шикарный карась. Друзья, вот это да. Здорово, да? Вообще круто. Сейчас пойдем второй кружок проверять. Надеюсь, там тоже есть карась. Либо что-то поменьше, либо покрупнее. Ладно, пока оставляем карася нашего. Так, подходим ко второму кружку. Его тоже утащило на метров, наверное, 5. Сейчас будем поднимать. О, этот движется чуть-чуть. Этот тоже легко идет, но там тоже легко шел кружок. О, здесь тоже что-то есть, друзья. Что-то есть. Дергается хорошо. Ого, бойкий. По-любому это тоже карась. Вот он. Чуть поменьше. Попался на макуху. Попался на макуху, друзья. Вот он там вытворяет. Попался на червячка. Чуть поменьше. Сам жмых растворился. Но этот такой на грамм, наверное, 150. Вот такой вот красавец. Попался на червячка. Удлиненный такой, смотрите.
Но все равно здорово. Приятно держать такого в руках. Ой, сидел прям за краешек губы. Немножко прям зацепился. Ну что, ладно. Уловчик есть. Оп, ладно, не напутал, чтобы. Все. Огонь. Сейчас буду перезаряжать. Первый карась, конечно, сел прям вообще отлично. Он бы не ушел даже. Вот так, такие маленькие крючки и хорошо держат. И подтеклась рыба хорошо. Вообще супер. Первый карась, конечно, вообще улетный. Вот он, друзья, смотрите, какой шикарный. Сейчас приготовим жмых. Вот так вот его покромсаю углы, чтобы держалось. Так, одеваю в петлю. И затягиваю. Все, затянул. Готово. На двух крючках у меня будет червяк с опариком. Опарика насадил для того, чтобы не стянули сразу червяка. И на третьем повесил кукурузку. Нацепил. Все, сейчас буду закидывать. Постараюсь на то же место. Рыбка должна там стоять все-таки. Закормил. Так, садочек закинул. Взвесим карасей наших по нулям. Триста 35 грамм, оказывается. Огонь. Сейчас большого взвесим. Так, по нулям. Сейчас возьмем большого и взвесим большого. Ну вот, да, 600 грамм. 655, как примерно и говорил. Вот такой вот замечательный карась. Ну что, кружки свое дело сделали. Круто вообще. Вот этот вот первый, конечно, вообще замечательный карась. Пока его садочек. Малыша на 300 грамм тоже в садочек. Все, огонь. Ну что, прекрасное утро. Птички поют, солнышко встало. И в садке уже два карася есть. Кружки свое дело сделали. А карась подошел ночью на прикормку. И сработало два кружка. И на оба кружка попался карась. Круто. Сейчас пока закинул. И каждый кружок сейчас я проверил. Перезарядил. И посмотрим, возможно, еще в течение 2-3 часов, возможно, какие-то поклевки будут. Надеюсь. Ну а пока можно чайку попить, отдохнуть немного. Будем наслаждаться рассветом красивым и природой.
Вот такая водичка. Успел искупаться. И прямо на глазах последний круг перевернулся. Футболку напялил и мчим. Мчим. Сейчас посмотрим. Не разматывало, конечно, не крутилось. Но как бы это и не щука, чтобы она так активно мотала. И разматывать-то там больно туши нету. Лески. Ага, хапнул и стоит. Подлодку заводит. Подлодку заводит. А вот он, красавец. Смотрите какой. А? Как нам позирует. Вот он. Красавец. На грамм, наверное, 150. 200. Вот он. Смотрите, вот он, красавчик. Еще один. Круто. Зацепился хорошо, как всегда. Честно, за губу. Отлично. Вот он. Так, ну что, друзья, еще один карась есть. Пускаем в садочки его. Хороший тоже попался. Закоптим, наверное, его чуть попозже. Ну что, отлично провел время. Удалось мне поймать все-таки на эту снасть. Хорошие экземпляры карасей попались. Вообще зачет. Сейчас покажу улов. И думаю, вот в следующий раз тоже обязательно попробую приехать также. С ночевой, конечно, лучше. Потому что рыбка более активна была ночью. Днем здесь много народу купается. И думаю, еще на этот водоем приедем и половим карася таким же методом. Давайте смотреть улов. Вот они, карасевичи наши. Удалось наловить вот таких вот карасей. Сейчас я их почищу и буду коптить. Вот это, конечно, вообще хороший такой размерчик. Ну что, вот рыбку уже закоптил. Весь процесс не стал снимать. Вот такая вот аппетитненькая, вкусненькая рыбка. Все, ставим лайки, друзья, и подписываемся на канал. Всем до новых встреч. Пока.